Сегодня субботнее утро. Роберт хорошо поел. Одел новый костюмчик, лайфстайловый. Сейчас мы на все посмотрим. И залез в свой уютный вигвамчик. Первый раз. Вот он уже и вырос достаточно, чтобы соорудить такой уютный вигвамчик и играться в нем. Ему все очень нравится. У него висит очень много игрушек здесь разных, развивающих, которые ему интересно разглядывать. Они издают какие-то звуки. Это его привлекает внимание иногда. Он хватает руками что-то, Роберт. Вот так вот там. Угу. И это еще ему больше нравится. В общем, вигвам — это очень классная штука для малышей. А вот и его лайфстайловый костюмчик. Здесь у нас Аляска, озера. Мистер Фокс сидит.